Я вам сейчас предложила представить идеальное для себя лето. Ну вот отпуск свой, да, лето я так называю, у кого-то 2 недели это, да. Вот что для вас максимально хорошо, что для вас максимально подходит, что для вас летом маленькая жизнь, то есть какую бы жизнь вы хотели прожить в эти там неделю, две, что для вас, что вас порадует? Если вы сейчас прям представите, знаете, прям сейчас вот представите перед собой образ этого. Вот мои прекрасные 2 недели, например, да? Из чего они состоят? Что там я проживаю? Девочки, лучше всего представлять не антураж, не знаю, там отель, вот море, вот я в купальнике, да, или там что-то, или кто-то со мной рядом, а что я проживаю? Что я проживаю? Спокойствие я проживаю, веселье я проживаю, вот эротизм я проживаю, расслабление я проживаю. Что я проживаю? Потому что ведь можно, знаете, прийти посмотреть на Мону Лизу и ничего не почувствовать. И когда видишь эти толпы туристов, да, в Лувре, например, и все такие бегают, там ищут эту Мону Лизу, и мало кто, ну, правда, прям стоит и вот наслаждается. В основном ее фотографируют, да, вот я видела Мону Лизу. А видела ли она тебя? А заглянула ли ты ей в глаза, да? А почувствовала ли ты что-то при взгляде на Мону Лизу, да? Вот. И мы же запоминаем только те события, которые имеют чувственный опыт, которые эмоционально для нас окрасились. Мы не запоминаем события для галочки. Мы запоминаем, как нам там было. Поэтому, когда вы планируете отпуск, важно почувствовать, а что я хочу прожить, понимаете?